Кызыле в 2018 году планируется начать строительство детского сада в микрорайоне «Восток» и школы на Ангарском бульваре. Первый заместитель министра строительства и ЖКХ республики Тамара Авыда, выступая на публичных слушаниях о республиканском бюджете на следующий год, рассказала о направлениях деятельности министерства, реализация которых будет осуществлена или продолжена в следующем году. Так, в планах ведомства, помимо строительства домов для детей-сирот и аварийного жилья, есть и один детский сад в Кызыле и две общеобразовательные школы в селе Кызылмажалык и в столице. Как уточнили в Министерстве образования региона, детский сад на 280 мест планируется возвести в 7-м микрорайоне на Востоке. Начать строительство школы на 825 мест в 2018 году планируется на Ангарском бульваре. А также в 2019 году планируется начать возведение школы в районе Левобережных дач, где проживает почти свыше полутора тысяч детей школьного возраста. Кроме того, в рамках федеральной целевой программы «Жилище» республика продолжит обеспечивать жильем молодые семьи, проводить капитальный ремонт объектов социальной сферы, претворять прочие мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных домов и устойчивое развитие сельских территорий. Представители пресс-службы МВД Тувы побывали в Центре социальной помощи семье и детям Кызылского района. В ходе встречи начальник пресс-службы ведомства Аржана Чакчин провела с ребятами профилактическую беседу, напомнила воспитанникам приюта о последствии преступлений и рассказала им о работе полицейских. Кроме того, правоохранители подарили детям полугодовую подписку республиканской детской газеты «Сылыс-Чыгаш», в которой публикуется большое количество познавательных материалов, направленных на развитие и раскрытие талантов детей. Яркие картинки и фотографии сразу привлекли внимание маленьких воспитанников центра. В завершении мероприятия дети показали гостям несколько подготовленных художественных номеров. Как отметили сотрудники пресс-службы Министерства внутренних дел республики, встреча стала особенной и незабываемой не только для детей, но и для них самих.